Привет, Фил. Поехали, друзья. Ехал. Бля, вот слышать ваши эти голоса выспавшиеся, одно удовольствие. Найс, импостер! Бля, какие ублюдские роли. Да, вот тупо по карте бегайте искать трупы. Стоп, подождите. А, все, я понял, понял, да-да-да. Мега силач убил, мега силач. Короче, в сарае. Ой, не в сарае, а в столовой, в столовой. Подожди, Хантик, а ты что не репортил-то? А у меня не было трупа. У меня не было трупа передо мной. Я мага Изарк в админке. Да, ну кнопка. Не, Джонни. Я подбежал к кнопке стола. Подбежал повыше, и там у меня загорелась кнопка репорт, и ты уже ее нажал. Вот и все. Мага, кто тебе подбегал вначале, думай. А я не помню, блядь. Где мага? Мага, не думай. Погоди. Оби-оби-бли. Ты куда шел? Можно просто Абайбу. Абама, ты где был? Аба кто? Это любовник вопрос. Он в муте, наверное. А. Он в муте, да. А чем он в муте? Не знаю. Любовник? Подождите, а можно вопрос, а где сейчас был мага? Вы все реально его там видели? Да. Вы в курсе, что мага либо джестер, либо реально импостер, потому что прошлый концерт. Нет, потому что сейчас я стояла на камерах, если что, вы, скорее всего, видели. И при мне сейчас просто убили Скайлаунча. Ну, горели камеры. И это был мага. Стоп, подожди, у нас же эти были. У нас же костюмы серые были, как ты видела? Спали, я же тебя увидел, что ты на столе. Все, базару нет, верно. Я увидел мальчика, который со стола шел. Ну, со столовой. Какой мага, блядь? Это не мага. Нет, не мага, это тогда получается, что в него превратились. О, Библ заговорил. Финаргот со мной был. Финаргот спалился только. Не, Библ, о, Дима, ты с нами? Здорово, братишка. Я сейчас спрошу. Кто ребят, меня трейтеры такие. Я не голосовала в магу. Я поставила в магу. Я в магу. Я в скип мага. Я предлагаю фольджакей кикать. Я не верю, что мутык. Короче, мне если упадет роль... Если упадет роль импостера, я буду просто сразу без разбора всех хуячить. Я постоянно, если что-то пытаюсь придумать, все хуёво выходит. Не, вы охуеете от такого мува. Да, блядь. Это что за хуйня сейчас была? Бля, там какой-то серый. Кто на связи был сейчас? Вот все, кто сейчас был. Связь? Подожди, а связь это разве не мы? Не, убежали, все, связь снизу, да. Мы были на навигации. Стоп, друзья, секунду назад Эвилон с водкой убегал. И что же произошло? Нет, я убегал с водкой, прям в упоре. Подожди, Эвилон? Эвилон с Джонни на навигации. Подожди, так он с невидимки выпал. Блять, вот что произошло, Марк. Кто? Подожди, в смысле, кто? Я его сразу видел. Мы с тобой вдвоем шли же, и он куда спавнился. Не, подожди, Джонни. Джонни, я точно не увидел, что он вылез может, с невидимки. Я, конечно, не проснулся, но я-то себя вижу, братишка. Меня все видели. Джонни, я как будто просто увидел то, что он стоит. Я не видел, что он выходит с невидимки. Я как будто он заспавнился перед бля, мной. Бля, но это тоже может быть, я, возможно, не заметил. Успокойся, одной, блядь. Вы проводил? Да, проводил. Но я не видел этого. Ну, я еще сижу вслух, проговариваю так, говорю, Эвилон с водкой. Нет, кто? Я справа, ребят, нет, был. Нет, я не пью. Не, ну, блядь, я пока... Так вот справа, блядь, как, блядь, ну ладно, либо ну, я не выспался. Не. Либо я не выспался, либо он реально заспавнился. Погоди, мага, ты что хочешь сказать? Ну нет, там какой-то чел, я бежал с водкой в упоре, ага. Он ушел в эту невидимую зону. Да, и короче, чел какой-то серым скине, хотя эта хуйня со связью закончилась, захуярил, хотя я не знаю как. А это значит у него роль, да. Плюс я еще в машине сижу, как машина может быть невидимая? А можно вопрос? Камуфляжа, да. А кто сейчас был на камерах сейчас прям? Не, вот оттуда... Два человека приходили. Я с дедом оттуда отходили. Блять, Джонни, я теперь вообще не могу да, сообразить, я как это было. Это плюс Вадю тебе. Не докинули. Не, вы охуели, реально?
Я в мате поставила, кто еще? Я оставил. Фергот спалился. Вы реально меня ставите, что с какой-то цены мне кажется, еще? Вадя реально мафия еще. Спалился. Хорошо, вот так постою, блять. Ой-ой-ой. Алло, мужики. Блин, ну какой я глупый, если он реально вылез из этого, я как обычно не заметил. Какая же у меня память охуенная! Я в ахуе. Это... Опять Вадя в инвизе, Артист. Вадя с инвиза не выходил, не появлялся нигде. Бля, артист, друзья, как же я вас переиграл? Просто бомжи, легенда. На моих глазах вот эта вот гнида... А что случилось? Гнида. Скине, гнида в сером скине жахнула бедного Росса. А кто гнида? Это Зарк или кто? Актер. Подожди, а что произошло? Как ты же написался? Короче. Они хотели сделать дабл кью. Или кто они? Они сделали, ну, почти. Актер? А что, подожди, тогда получается убили Абоку? Так думай, да. А кто деда убил? Смотрите, убили, ну деда я убил. Ну ладно, давай дальше тогда. Смотрите, Айбобл, получается, сдох. Он умер, так. Сдох, грубо сказать. Потом умер еще дед от меня. И кто еще умер там? Росса в админке он жахнул. Админки, странно нет. То, что он никого не отгадывал. Блядь, меня даже информации не требуется. Так думайте тогда, что ты там даблкил хуил. Бля, борода, может, ты давай полетел. Бля, может мне реально стать, не знаю, оператором лучше, блядь. Стримить съемку, блядь. Я думаю, камеру-то держать я смогу. Хотя она тоже тяжелая. Марк, зови Пчелкина, что в соло комментишь. А Леха тоже сейчас комментит. Ну или будет комментить, он же в Сербии. Грустно. А что за замедление какое-то было? Да, я тоже не понял. Ребят, так что-то Хантик один бегал. Ребят, это Вадя. Ребят, ситуация максимально грустная. Собаки вышел из этого. Ребят, ситуация максимально грустная. Стою, возле меня стоит Зарк. Говорит магия, мета-инфу, говорит, закрой нас. Я заказываю себе кофе, как обычный, блядь, ну, житель, блядь, Белграда. И получается, ну... Меня сейчас еще кикнут за это, смотрите, блядь. Не, я просто... Нихуя не понял. Смотрите, не. Короче, выключился свет. Что я видел последний? Выключился свет. Вот этот, как оно? Все, когда скины одинаковые. Возле меня убили типа, и все. Но килл был в столовой. Я зарепортил в столовой. Скажу так. Я не сделал ни единого шага вообще никуда. Вот как появился, так там и стоял. Чел с инвиза бегал... не с инвизом, серым скином. Он бегал, я просто видел, что он серый, и Хантик бежит в карточку. Медленно так. Бежит. А, и подождите, он быстро так, бегал. Давайте посчитаем. Давайте, да, это посчитайте. Не Ючка, смотрите, это не Ючка, это не Дина, потому что Дина тоже говорила, что видела. И это не я. FOGJK. Ну, Хантик, не знаю, под вопросом. Нет, нет, Наргот молчит подозрительно. Это 100% не Хантик. Во-первых, потому что Хантик меня бы убил 100%. Наргот, спасибо за игру. Это факт. Я его ненавижу. Второе, Эвил у нас... Эвил, он блин. Эвил. Поняли? Да. Эвил. А, то есть мы в него голосуем? Да. Потому что Дина or Эвил он блин is Эвил. Я, если что, не убивал. Стоп, я чуть нихуя не понял, Джонни, я сейчас это... Финаргот, что вы скажете? Я наконец понял, как роль у меня работает. И... Так, все пихаем Вавилона, напихиваем Вавилона. Нет, мы с Финарготом. А у меня, кстати, сейчас написано... Бля, я нихуя не понял! Ты чё, у нас Флэджики умер ради этого. Нет. Дина, ты рофлишь, это Финн угадал его. Блядь, какой Финн? Тебе с чего он инфу сказал? Вы просто так меня гигнули, что я просто стоял в АК. Либо он маф. We'll be right back.
Лови преступников в полиции, внедряйся к бандам ФСБ, защищай военную часть, совершай налеты и проворачивай нелегальные дела в криминальных структурах. Либо веди более спокойную жизнь, спасай людей, зарабатывай деньги и начинай свой бизнес. Ты можешь все, только в игре Amazing Online. Скачивай бесплатно по ссылке в описании. Нахуй надо нажимать на кнопку, это раздор пиздец. Бля, почему Джонни не может ничего объяснить? Вот, блядь, сказал что-то Эвил. Дина Эвил! Блядь, что понять-то? Сука, загадочник. Блядь, почему Джонни не... Оу. Да, это Финаргот, я же говорю. Я ушел, какой, блядь, я справа ушел, да, с самого, да, начала, да, раунда. Да, да. А я, блядь, в космос полетел только что. Тебе флэк озвучил. Бля, что объясните. Короче, Юлечка, ты знаешь, что Эмирна, правильно? Ну, я не... Да, а я не видел, как ты умер. Мы когда всё убили в столовой, то я, мы убил, были вместе. Секунду, да, секунду. Объясни, объясни нормально, кто тут, Мага, давай. Нас ласт остался. Давай, давай. Меня угадает, объясни, как я понял, объясни. Что артист и дед два трейдера. Дед умер от меня, потому что не хотели сделать дабл кил. Я ветеран. Меня сейчас Финн угадает. И в итоге артист сделал другой килл сверху, и поэтому мы кикнули двух трейдеров. Финарго только что, вы стояли вдвоем у стола, я бегал туда-сюда вокруг, и вот только Финаргота не было. Он юзнул свою невидимку, да, и захуярил. Бля, ну в принципе я доверяю тебе. Ну а сейчас меня угадывать не будет, потому что тогда точно спалится, поэтому уходишь. Версия правдоподобна. Да. Красава. А что, еще когда... Бля, Джонни, бля, я нихуя Джонни, не понимаю, что ты объясняешь. Вадя реально, Вадя реально гнит. Короче, смотри, первое, у меня роль Оракл, у меня роль Оракл, которая показывает мне в этот... Давай, давай, артист, спасибо тебе большое. 50-50, что он там мирный, кто-то злой, понял? Поэтому я тебе сказал, что ты Эвил. Меня прям так и пишет. Вот, это раз. Во-вторых, Мага, ты очень зря вкинул, что, потому что, смотри, он убивает тебя ветераном, и потом у него 50 а на 50 остается. Ебаный, блядь. Инженера, него... да. Здорово, Ром. У инженера 50 на 50 остается, и типа мы могли пройти. Ром, заходи, если ты будешь играть, заходи. А, я не знал, да. Я так понял, что Финаргот, потому что я фэканул, и вообще другую... Ромчик, только скачай в дундуках, версию повыше скидывали на Яндекс.Диск. Вот. Ой, да-да-да, что я буду сейчас делать? Блядь, иди нахуй, блядь, нахуй. Стоп. А, я понял, я просто должен кнопочку прожимать. Зарк, ты вообще рофлишь? Подожди. Зарк. Он, блядь, люк под собой поставил просто, блядь, в тупую нахуй. Какой люк? Я слева был. Я случайно кнопку нажал скипать и царя. Блядь. Он хотел нажать, а я тоже повысил. Подожди, Зарк, ты только что у камер был, как ты оказался на кнопке? Я ебу, что ли? Ну, блядь, забей. Не на кнопке был. Надо кого-то кикать, может, нельзя скипать из-за кнопки. Давай Зарка. У меня слева была хуйня. Бля, в принципе, я согласен кикнуть Зарка из-за кнопки. А кто люк ставит? Ладно, я это вас понял, суки. Я не ставил люк, я просто слева бежал. Как зовут Хантика? Ой, Хантика, блядь. Марк. Как зовут Зарка? Никита Эвил. А вот Зарк, вижу. Да-да. Никита Ефремов. Я кикнула Зарка. Да что вы накинулись-то? Красава, красава. Я выпрыгнуть не могу. Алёха, так, Зарк, ты же реально у камеры на кнопку нажимаешь. Блядь! Мы с Магом. Походу реально не надо кикать Зарка, бля. Я ничего не нажимал. Ты убежал у камеры, и ты нажал кнопку. Ну, так у меня слева кнопка есть, я ебу, что это? Мага, это этот трейд, короче. У него и возможность, у него кнопка была, чтобы он нажал с любого этого. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, хуя Зарку напихали, блядь. Пока, Зарк! Пока! Пока! Просто мне так повезло, что именно Зарк, блядь. Бля, какой ты... Бля, какой ты уёбок, блядь. Почему я тебе вообще верю сразу? А как он выиграл король? Если вы понимали, я просто не выспанный, я менял Зарка с Финарготом, а поменял боёвку. Не знаю, как так вышло, блядь. Блин, ну как игра могла дать тебе именно Зарка? Это же самая простая цель. Магу кинул. Блять, я больше не понимаю, почему мы так сразу верим Джонни, я не понимаю. Бля, Зарк, почему ты... Он не собрал, он реально меня просто наебал.
Я ж не знаю, как механика игры работает. Он реально был слева и нажал кнопку. Слева, да, я слева был у камеры, я нажал кнопку ебучей, я не знал, что, блядь, проголосую нам. А я не знала, что он еще не поставил только сейчас. Кто не зашел еще один? А он не ставил люк, я просто пиздал. Да я и говорю, я даже не знала, что ты эту информацию сказала, просто так по приколу выкикнула. Я поверила, правда. Гоу, запускай. Не, я так тоже я просто кикала, а не за люком. Почти так и идеально поступал, что он еще ребята, кнопки, не думал. Нажимайте сразу кнопки, мы вас кликнем. Факт. Да, сука, блядь. Босс, спасибо за 25 рублей. Ну, не нравится мне Люси. О! Поехали. Чат, мне нужно лишь одно слово. Иди нахуй. Бля, ну почему я хочу почувствовать вкус победы, а чувствую только вкус спермы, блядь, прям везде нахуй. Хуяно, шерифа просто загасили сразу. Мод. Прелестно, Skylaunch, чё гнида. Хуёво сыграл сам, реально хуёво сыграл. Короче, труп... Я знаю, что Макривского убили. Да, его труп чуть выше, чем труп Юли. То есть там, скорее всего, два маньяка хуярило. Это электричество, то есть смотри. Это я, ребята, это я убил. Мне кажется, что у меня Вадя черный? Да Хокин, меня убивают первым, блядь. Ты, значит, его облил арсонистом. О, чё, мага? Мага, чё было? Короче, там вот кнопки, вдвоём Skylaunch и водка сейчас в упоре. Мы сверху были с водкой. А, подожди, Skylaunch, ты откуда приехали? Ещё Зарки Дина килл не делали. Я с самого начала... Да, мы втроём были. Водка мирный после того, что он сказал, но его могут убить. Бля, какой долбоёб. Да, мы втроём, я, Зарк и мага были в притирочку всё время. Чё я сказал? Ваня чёрный? Я не понял, что он сказал. Ой, да блядь, да что ж такое-то? Вам не нужно понимать. Водка, забей. Подожди, сейчас, одну секунду. Skylaunch, ты сейчас где находишься? Я сейчас прямо у кнопки был вместе с водкой. Подожди, на кнопке ты заходил, где карточка? Какая карточка? Хули три вампира, потому что вампир сосет кровь. И он заражает других вампирским вирусом. Скорее всего, Макривский. Я не у карточки. Я в Skylaunch'е, нет. В смысле, мы с тобой пересеклись. А был момент, когда внизу стояли все. У хранилища. Это, блядь, я не помню. Это возможно был... Да, был момент внизу, где канистры стояли, флэкжикей тэпнулся просто. Я не был у хранилища. Росса, мы с тобой же пересеклись, да, получается, у перекрестка. Я видел тебя внизу, где канистра возле дверей. Ты тэпнулся потом оттуда. Ты откуда приходил? Справа, со связи. После починки. Хорошо. Слева просто. Энджел, ну тогда понимаешь, сколько нужно приветов передать. Мага там был на связи, Зар. Скорее всего, кстати, Ивана Зола убили слева. Он про электричество. Да. Так там два трупа рядом, То есть это даблкилл был. А кто в меня еще проголосовал? Я, а те, которых пустили видно. Вот это я, кстати, не помню. Ни один человек него не докинул. Ни один. И два человека признались, а водка точно мирный, мы знаем. Поэтому Skylaunch уходит трейтером. А как вы поняли, вдруг я трейтер? Что ты говоришь? Да, Skylaunch трейтер. Я тайлер, да. Да похуй, ебашь на мужика. Мага. Я фулл раунд засовел и смотрю. Мага, а что за хуйня была? Объясни. Он от меня убился. Мага побежал с Фенерготом. Алло, долбоёб. Ты полуумный хуесос, я еще раз повторяю, что он выстрелил. Ооо, красиво. Мага, не ожидала тебя такого. Съебашил ногами. Стойте. Зарк, у нас свой вайп общения. Так, слушай. Смотрите, пока он меня не обвинил и закопал. Я обвинял, я просто бежал в мою сторону, я сразу понял, что это Финн, когда юзнули реактор, потому что только он в этой стадии его юзает, и он об меня убился. Но я не понял как, потому что я не ветеран. А с хуёв дед прямо сейчас проголосовал? Ты куда проголосовал, дед? В магу. С хуя почему? А ему похуй на игру. Нет, давайте сейчас не выкидывать, потому что нас 10. Я могу сказать, что... Можно я скажу, когда был даблкилл, то...
то мы вдвоем были с Финном, типа, справа, и Финн вряд ли был. Это я был с тобой, Ючка справа, это не Финн. А, просто смотри, в чем дело. Он меня просто мог убить, а там никого не было справа. Ну, короче, еще раз повторяю, он убился от меня, я сам не понял, как. И мы еще были заперты. С водкой, с Виноргот и кто-то еще четвертый был в хранилище. С Виноргот, блядь. Мы были заперты, и мы с Финном пошли направо. И что вы там делали? Шли просто нахуй. Короче, смотрите, кто этими дверьми промышляет? Я. Так что, возможно, мага пиздобол. Я Ромчик, Дина, Юля и, ну, по сути, все. Кто эти двери в начале делает? Мага ветеран. Прикалывается. Мне кажется, может любой делать. Нет, ну я думаю, что это Финн просто такое себе. Я думаю, что Финн просто... А может быть, ты, Джонни? Нет. Ну, а кто меня голосует? Кто? Скажи. Дина, я бы, по крайней мере, про эту хуйню не говорил, потому что вся не поставляет. Ты меня проголосовал? У меня два человека голосуют, сука, не понимаю. А вот, ну люди не признали свой. Будет три, Скайлаунч. Да с хуёв! Давай, ёбни кого-то. Бля, вот поэтому я и хочу сразу ебашить, потому что я даже не знаю, как оправдаться. У меня столько мыслей в голове, я начинаю сразу путаться, бояться, голос дрожит. Поэтому лучше сразу заебенить кого-то, и все. 100% килл. Это Юлечка только что приебашила при мне. Че? Все стояли толпой. Снизу. Кружились, и труп падает просто. Всем похуй, все побежали. Я никого не ебашила! Юлечка там была, Скайлаунч там был. Юлечка, сходи нахуй, въебали. Я починил эту хуйню блядскую. Но... Ладно, дедок там был тоже. Да, ребят, судя по всему, у нас невидимка. Она никого не убивала. У нас невидимка, Дин, да, я видел чувака невидимого. Видимый был, Скайлаунч, как ты его видел. Нет, показалось, что Юлечка въебашила. Это не я! Возможно, Юлечка, да. Мы красняли... Это не я! Я не понимаю, блядь, при чем здесь вообще Скайлаунч? Да дайте маги сказать. Сейчас, мы стояли у карты, там стояла Дина, и в итоге мы стали серыми, и чел начал невидимку уходить. Я не знаю, кто это был. Прям снизу карты, где винты, короче. Стоп! Знаете так, что? А кого Опа, убили? Зрение. Если убил невидимка, то это точно не я и не Юлечка, потому что мы друг друга видели. Прям на я их видел тоже. Я был просто. Сейчас Дина меня кинет. Я просто уже увидела, что починили, я уходила оттуда и все. Зарка ушла. Подожди, кто там еще был, блядь? Подождите, а вы Юлечку все время видели? Она не там появлялась внезапно? Я все время видел, все время, да. Она да. Точно не уходила в невидимку. Я со Скайлаунчем шла вообще, и потом, ну, вы починили, я возвращалась обратно. Согласен, ты Юлечка. Я не звал Скизором, потому что я думал, что он будет стримить в этот момент. Это она не может быть вампиром. А где Флэг? А Флэг ты где был? И, короче, сейчас скажу... В смысле? Я правда... Подождите. Просто Даша, когда все начали в нее... Она уже с улыбкой, она уже поняла, что ее спалили, и она говорит, это не я. Нет, может, это не... Это раз. Во-вторых, когда я еще выбежал в левую часть, когда двери закрыли. Вот, то есть я успел вылезти. Как будто Флэк нас наябывает, нет такого ощущения? Кучи пиздит. Нет, какой пиздит, блядь, нахуй. Я говорю, если, смотри, была инфа про то, что... Да это не может быть Юлечка, блядь, если убил невидимка. Короче, Юлечка вампир, потому что Виноргот был вампиром, который заразил ее. Юлечка вампир, если что. То есть она не трогала. Блядь, что за сериал, нахуй. То есть она у кого-то сейчас пососала кровь. Значит, почитаем потом дневники вампира. Хорош, Дина. Ну давай, Скай. Я бежу сзади. Короче, ты нахуй, Скайлаунч хуесос по нулевой, если что. Нет, стойте, ребят, понимаете, почему Росса вкидывает меня, если я на реактор бежал. Смотрите, мы трейдеров многих не кикнули, просто Виноргот был вампиром, я Скайлаунч ёбаный. Я вампир Хан. Либо Скайлаунч, потому что мы бежали втроем. Он плюс уебан, плюс гандон. Подождите, сейчас, извините, что перебью, подожди, Скайлаунч, Росса, вы втроем шли с дедом? Я, Росса, дед, он пропал?
Да, дед на кнопке сейчас, дед на кнопке реактор. Нет, все, я реактор, да, блядь, из этих двоих, сука, заебал зевать. Мы все втроем бежали, кто-то... Как избавиться от зевоты? Я побежал, чтобы посмотреть, кто убил, блядь, конечно, мимо пройду, блядь. Мне кажется, он сзади просто в ебашу, типа. Я нахуй скалаунчер, того я. Скалаунчер, давай просто скипнем. Бля, я уже флагджике въебашил. Это вообще, это хуйня, блядь. Как я могу, блядь? Конечно, я пройду мимо трупа, потому что я вижу, что идут... Мне его надо уже убрать, если не вижу. Не орёт слишком, репорт. Мы пошли втроём вперёд, возвращаюсь, там флагджике бежит. Блядь, я за вами бежал, чтобы посмотреть, кто убил, нахуй. Я не вижу, у меня вижу. Нет, блядь. Как ты поймешь, кто убил, если вот в строе бежит, и ты думаешь, ну, что типа... сказать, ну ебаный сыр, блядь. А вампир хантер, у нас слишком много трейдеров, мы проебали. Блядь. А, на один день было? Заебись. Да почему Скайлаунч? На, уебись. Почему Скайлаунч? Скайлаунч мирный, если что, мне кажется, что... Нет, 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 мага, вообще мимо. Где голоса его трейдеров? Где голоса его трейдеров? Джонни второй улетает. Давай, дедок. Крутой туризм, брат, какой приз? Что? Ребят, кстати, розыгрыш в Телеграме проходит на Телеграм премиум на 3 месяца. 10 подписок. Марк, ты не замутился. Ой, зи. Чё? Долбоёб, я в муте, ты на стриме. Ебальник вольни. Говорит. Нажал, чтоб никого не вольнился. Долбоёб, ты не зам... Ой, тьфу, понял. Мага, ты меня надо решить что-то. Я нажал, чтобы никого не ёбнули. Я вообще не хочу никого кикать. Так почему? Не, Скай, ты реально придурок, я в охуе. Нет, я вампир хантер, блять, я еще. Ты прям реально долбоёб. Саботаж не продолжится, потому что когда кнопка нажимается, саботаж ломается. А чё ты сделал? Я нажал, чтобы никого не ёбнули. Он все правильно сделал, он все правильно сделал. Подождите, а получается, почему? У нас много должно быть этих трейдеров, потому что да. Кикнули только двух вампиров, все. Финаргота, ну, и Юрия. А ты Вадя до сих пор? Сука, смотри, я вампир хантер, а меня убился Финаргот. И от меня убилась Юичка. Кто такой вампир хантер? Ну, это новое. Охотник на вампиров, да, типа, если вампиры попытаются. Перевод, братик. Не, если вампиры пытаются убить вампир хантера, они умирают от него. Да, да, да. Смотрите, если дед не трейтер, когда мы бежали, и передо мной дед ебанул, то есть я это видел, если он не трейтер, то кто еще остается? Это о, я побежал на этот ебаный реактор, блядь, может он просто упал, говорил, хуй, я даже не видел, я видел, что вы сзади были, и всё. Типа, побегать налево, то есть ты не видел, как при тебе ебанули? Да я дальше, я просто бежал много дальше, раз, блядь. Ну, чё, Джонни это тот человек, который никогда не будет какие-то супер-мувы делать. Типа, бля, он играет очень долго. Ну, либо флэк нас всех наебывает. Скорее всего, ну, наебывает, даже. Нет, короче, я не могу просто сказать, что у меня, но в любом случае, вышли в втроем, получается, Роза, дед и Скайлаунч. Я просто увидел, что падает желтый труп. Я нужно посмотреть, кто ходил, блять, кто только что захуярил, прям вместе они ходили. Ладно, я в деда поставил. Не, ну в смысле, что мне? Ну, короче, я вдохнул кислород. Мне кажется, один импостер. Я не голосовал. У меня голова закружилась от этого нахуй. Ладно. Короче, я Джонни верю полностью. Блять, мне не будет собачьего кайфа сейчас нахуй. А кто-то делал собачий кайф себе? Ну или другу? Это за пиулка. Что-то я не понял. Короче, мага просто въебал. Я хуй знает роса почему... Блядь, нет, нет, смотрите. Возможно, они... Нейтрал-водка это первое. И во-вторых, возможно, они хотели с даблкью сделать, потому что Росса, ну, трейтер был. Росса. Ты, блядь, не понял, кто я. Бля, как вы же, да он пиздит, блядь. У тебя написано водка, ты сам видишь, у тебя рядом с ником нейтрал, типа. Водка? Он, скорее всего, либо глич, либо какой-то... Морок, я тоже так считаю. Нет, это не водка убил, это Росса сам убился. Об тебя? Нет, это мага убил. Мага прыгнул на труп. Мага прыгнул на труп. Нет. Мы, кстати, могли сейчас проебать, потому короче, что... Короче, смотрите, я вампир-хантер, и после того, как всех вампиров убили, у меня роль поменялась. Я понял, что вампиров больше нет, я стал ветераном. Подожди, все. Вот такой вроде я не знаю, вроде бля, такого нету. Нет, ну, надо изучать механики, надо изучать не, вроде механики. Такого нету.
Окей, все равно вначале водку чистить. Шарящие, блядь, схуяли. Не, ну смотри, если по логике вещей, в принципе, такое могло произойти, потому что оставался один Росса вампиром, он убил сабмагу и все. Нет, смотри, я объясняю. Фенергота убил, мы кикнули. Вот ты проголосовал, дед. Ючку мы кикнули. Магу, мага прыгнул. Мага пиздец, мага на Росса прыгнул. Там по механике. Это не было так, что Росса убил сабмагу. Короче, это база полная пиздец. Я в деда проголосовал какой-то идиот. Просто еще, Вадя, смотри, что может быть. У деда может быть экзекутионер, и он может кикать мирного. Я сейчас предлагаю кикнуть нейтрала, который железобетонно у нас. Ну, кикаем его, да, все верно. И игра закончится. Или у меня был второй трейлер. Алло, я вам говорю инфу, мага прыгнул, сука, на Росса. Росса пиздит вам. Проебали, короче, да? Бля. Я ебу. Не, короче, я не понимаю, блять. А, мне кажется, что Росса бежал с трейтером, они хотели сделать даблкил на водке. У водки сейчас Росса. Ну тоже это стакается с том, как она дену, типа. Поэтому водка и дед, это, скорее всего, два оставшихся кексика. Блядь. Убрал Максисис. Так, дед живет, он полную хуйню несет. Красава, красава. Так и надо. Блять, зато живет. Ты наоборот хорошо. Мне, в принципе, просто похуй. НТ, дед, НТ. Какая, сука. Бля, это просто пиздец. Шутку у вас не мог быть мафом, потому что он сказал, что Эвилон черный. Значит, он экзекьюшенер. Нет. Он же не прав. Мне похуй было, с кем выигрывать, я сурвайвер был. Я его рот ебал. Я сказал, что хоть один труп, блядь, на карте сделал. У меня был ебаный андердог, у которого... Уёбок ёбаный, я бегу с тобой, убиваю Дину, нажми кнопку, убей Росса. Зарядка! Ебаный АФКшный, блядь, и тёки бежит дальше. Какая конч, я бахнул, блядь. Нет, я не могу. Зарядка. Но, блядь, ёбаный это скалан, блядь. Да, мой шанс. Было понятно, нахуй, что он нахуй хуесос, блядь. Блядь! Где этот уёбок? Протект. Стоп. Это Зарк, походу. Ну я, скорее всего, Вилоном нашёл. Стоп, блядь, нет. Блядь, а кто еще бежал? Сразу выбили из... Где трупы? На бензине, снизу слева. А второй возле электричества. Да, я справа был. Блядь, Маркуля, я какой-то хуй, бежал, который убил, выбежал снизу, забежал в админку серый, он и... Я не помню никнейм, кого я видел. Со мной был снизу. Видел Дина Финаргота. И Водка тоже был слева. А, со мной снизу убил кто-то. Подожди, Зарка, ты где был сейчас? Просто. Со мной снизу был либо Бьёвл, либо Обл-Обл. Чё говоришь? Бля, где был? Я возле камер пробегала в коридоре сейчас. Окей, значит, со мной вот Обл-Обл был, короче, снизу. Потом я ушел направо, а Обл-Обл вернулся вниз к хранилищу как раз-таки. Возможно, это... Чё ты пиздишь? Даша, на камерах ты? Да, я на камерах. Короче, Обл-Обл. Чё пишет, Роман? Ты чё, долбоёб? Я скипну. Скайлаунж вообще въебался. Мне кажется, он скорее всего, Юля убила. Я вам серьезно говорю, мы с ним вместе пошли вниз, потом я ушел вправо. Бля, как я вообще забыл про это? Какого Сивы? Я наверх вернулся, я роль читал, ёбки. Сука, я просто мог сейчас разъебать. Потому что на первом кикать сразу, это тоже... Я тебе карандашом обобл обвел. Бля, мне похуй. Все. Похуй мне. Я сейчас буду так жестко по памяти ебашить. Че, кто не пригласил мага? Давайте вот кто тише всех кикаем. А мага что-то лучше слышал. Мага, голосуй. Ребята, у меня есть инфа из зала. О, ну-ка, Диман. Сука, вот честно, вот меня убил Гондон. Кто это, сука? И, блядь, выбегите его нахуй. А с чего я Гондон не понял? С хуёвской лаунч. Может быть, нахуй, любого пола, блядь. Вроде Вадя офигел. Умер, она все равно с Нарготом кто-то свапает. Я стоял на электрике, но я слева бежал изначально. Ты же сказал. Все, тренировка памяти. Я буду каждого сейчас запоминать. Кто я? Алло. Я сделал вид, типа ушел на голосование. Зармахти Дирбайолская лаунч Росса Замака Силач. Зармахти Дирбайолская лаунч Розамака Силач.
все, я забыл всех, кто был, блядь, я забыл. Чё за пиздец был? Флешка на всю карту, блядь. Да-да-да, флешка на всю карту. Был? Куда я был в районе камер. У меня там юзнулась флешка, и я забежал в реактор. Да, и, то есть... Я в районе камеры. Короче, мне кажется, Финаргот врет, снизу справа, короче, только что убили Роса. И я у тебя мага, я вру, а в прошлой игре я у тебя был мафом, хотя я был вампиром. Ну, кому? Какая разница, вампир считай как маф. Так, мы с Ромчиком были в админке. Саботаж. Ты меня обвинял, потому что правда. Саботаж якобы включил, а вампир не может саботаж включать. Ничего страшного, Фин, ну сейчас ты мафия. Сейчас был, говоришь? Сейчас я нахожусь у реакторов у камер. А где труп? Где труп был? Это правда. Фин, ты прям подходишь. Я видела, вот он хранилище недавно шел в сторону нижнего вот этих щитов. А с нами справа кто был? С нами был дед, Максидир. Я, если что, был не я. Да, и мага, да. Дед, Максидир и мага. Как раз таки я побежал вниз, и Финн прыгнул в винты, и там труп лежит. Да, то есть я убил при всех и прыгнул в винты. Не при всех. Я увидел краем, как ты прыгаешь в винты, и справа труп. Хуя ты, блядь. Ну, надеюсь, мое зрение меня не подвело, но мне тоже очень виделся Финаргот. Финаргот флешер, и потом по-твоему? Там труп, и рядом с трупом Дина и мага стоят. А я подхожу вот... Да, я пришла с админки, мага пришел справа. Я пока не хочу делать таких поспешных выводов, поэтому я скипну. Я благодаря роли это увидела. Ой, поняла. Я понял. Все поняли. Дед мага Максидир. А что за роль? Не угадывай. Дед мага Максидир, дед мага Максидир. Я думаю. Дед мага Максидир. Ты пытаешься запомнить, братец? Да. Нарисуй, блядь, на руке. То есть запомнил. Блядь, брат, я из-за этого заруинил, сука, раунд. Я скип. А кто еще? Я тоже в скип, я просто не слышал вас, я думал. Бля, вот просто нажимать на кнопку каждый раз. Как я вообще должен? Долбая. Мод. Ну почему меня троллят? Дед... Я забыл, кто тут был. Мод. Ну все. Максидир, Дина. Скайлаунч, дед. Оби-оба был. Почему? Не понимаю, КД сбрасывается, когда кто-то может его атаковать или нет? Я в двери застрял. Потому что у меня... Странная тема. Какая-то хуйта. Ну-ка, 9 секунд, 8 секунд, 7. Сейчас проверим. За что сама? Прям на входе в электричество. Да, в электричество. Ой, Зарка замутали. Опа. Юль, а ты куда пропала? Я сейчас в электричество пошла, вот как раз... Мы с тобой шли. А я тебя не видела на себе. Я стоял. Я видел, как Ромчик стоит под камерой. Смотри, когда почти свет, я оказалась... Да, я прятался. Хранилище, которое вот ведет к коридору к электрике, Хантик пришел сверху хранилище, а напротив мага за репортер труп. Угу. Ну, я починил свет. Я потянул свет, возвращаюсь. Я правда подумал, что меня Хантик будет вкидывать, что это я убил. Кто-то еще был? Нет, я вообще не видел Ники. Сейчас, смотрите, под конец рядом с Зарком была Юля и Ромчик. То есть, под конец, под конец. Зарка, где Зарка? Дедок еще был. Зарк забежал в этот космос. Дедок был, да, кстати, он подходил. Нет, дед не убивал. Не, я стою под камерой. Не, дед 100% не убивал никого. Смотрите, у меня просто этот... Ну, кто-то замутал. Уверен, Марк? У меня этот трейд, я уверен, короче, я вижу в темноте, поэтому я видел, кто где находится. И такой вопрос, когда были серые скины, кто ко мне сверху подошел? Я пришла вторая.
Вот, у Юли подошла. Ну, в смысле, чиниться или что? Нет, подошла, просто, а, просто. Кто-то стоит и держала расстояние просто. Думала, вот. Ну, это замануха. Короче, у Юли вижен дальше обычного. А что, на Максидира всем похуй, правильно? Не расследуем эту хуйню. Или ты, ну, Юля... Ну, не про Максидира, хуйня. Не, я не про Максидира, я про ситуацию. Я видела прекрасно, у меня, по идее, должен быть обычный вижен. Сейчас. Я не про Максидира. Не-не, я... Это место, где видят только люди с этим. О, все. Ой, блядь, голосовать. Я скип-скип. Бля, я не буду сразу верить Джонни, блядь, пизду. А что Хантик нас помалкивает? Не надо, Хантик, не верь никогда, нахуй. Не, я не говорю, что никогда, я говорю сразу. Ну, Юми не докинул, Юми только Фокджакей проголосовал. Я не голосовал, но я в скип проголосовал, а, еще. А, нихуя. Кто-то по моей... Сложная ситуация какая-то. Могу, это я. Сложная. Респект мне. Охуенно. Да что ж такое-то? А кто был? Как это возможно на Фантоме ебливо выиграть? А можно спросить, почему Фантомов... Сука. Подождите, кто сейчас трейдерами был в итоге? Зарк, мага. Зарк, мага. Зарк, это ты слева убил водку? Да. Блять, блять, сука. Я, если что, это единственный ник, который мне приходил в голову, что я мог вот спутать и забыть. Это твой ник. Я думал, блять, если я сейчас скажу на Зарка, я ошибся, блять, и просто все скажут, что я уёбок. Я убил. Сиром был или нет? Нет, я не был сиром, я был Guardian Angel, я деда охранял. Фин, что делает Бум Сойер? Фин, наркот не кликался. Я еще сиром был, сука. Оракл что делает? Туда тебе бьется. Пишется Оракл. Фин, а почему ты не кликался? А как я пойму, что я угадал? Я бы ёбал блэкмейлом этот, угадал. Потом выиграл, потому что задание сделал. Потому что вообще ебаш. Кто у нас один не зашел или кто ушел? Водка, у тебя такие противные волосинки. Не могла прокликать, потому что у меня все квесты были. Только когда один квест остается, тогда можно прокликать. Короче, я взял себе маленькую собачку, кто-то убьет. Не, я тебя в начале самом кликала, еще в этом. Все, но я сейчас жесткую память натренировал на нике, я все буду запоминать. Дай нормальную роль, медиум хотя бы. О. Инженер. О, блядь. Поволокай мне тут. Извини. Так, ну вот эту хуйню, наверное, лучше оставлять, да? Под конец фикса. Я в конце очень полезный. Ну, все в темноте видели, где Вадя находится, anyway. Я ходил с ним. Я стоял за началом. Мы на связи. Мы на связи стоим. Он там Скайлаунж. Он в столовую пришел. Убил Скайлаунж. Водка. Его убил водка. Есть тип, который обливает или что-то делает, потому что он сдох в соло. Он соло стоял. И пейте водку. Почему водку, Финн? Финн, почему, да? Ну, потому что у меня есть инфа, что убил его водку, что? Но я не буду первым. Ну, а если это инфа, какой экзекуционера, блядь? Меня тогда, я не знаю. Блядь, вот эта идея мне больше нравится. Я отходила окно закрыть. Я что у нас в итоге? Водка убил. Водка. Ну, не, а подождите, а вдруг он экзекьюшнер? Ну, поэтому я и записал. Так отгадайте мне экзекьюционером, что проблема-то. Я просто... Бля, ребята, у меня вопрос. У меня вопрос, а что делает, ну, невзначай спрошу, что делает Шериф? Будьте экзекьюшнером, у меня бы мафы догадали бы им. Вот и все, понимаешь? Нет. Шрек. Что Шериф делает? А, Шрек. Я! Один забатил, да есть же кропы. Это не экзекьюшнер. Только Финн может быть джестер, хоть не экзекьюшнер. Иван Зола. Нет. Бля, водка может быть нейтралом, просто, а не мафом. Ты все это время тут, ты у меня на ноль, прикинь? Я сейчас охуел, Шрек катки. Че за хуйня, здорово? Здорово. Если Скайлаунч убила водка, значит он алкаш. Все, мы Финаргот, а я не могу голосовать. Зарк! Да, бро. Мага! Слышите, а кто на... Я хотел спросить, смотрите. Я забасил только что на шерифа, и теперь я спрошу. А что делает роль траппера? Короче, он ловушки ставит. Тех игроков, которые в ловушке заходят. Да, да, да. В чате мага пишет. Ты второй байт не сработает, не волнуйся. Бля, вы что, прикалываетесь? Ладно, похуй. Финаргот, я иду тебя ебашить. Да мы запомнили, Финаргот. Мы запомнили. А как Дин умерла? Да и хуй с ней. О, как. Прости, Дин, не размучивайся, не говори ничего, я боюсь уже. Вадя. Ну, да что ж такое? Вовадя.
Нихуя-то серые человечки, блядь. Ну кто там? О, найс. Ебать толпа. Блин, реально, немножко ощущаю себя бесполезным в игре, но на самом деле понимаю, что это не так. Даша при мне из люка выпрыгнула. Так, респект. Вот так. Ой, ты поняла, что она злюка? Это бомба, бомба еще взорвалась. Это не Мага и не Вадя, 100%. И не я точно, мы на связи стоим. И не я. Маша там тоже был? Я на связи. Будьте здоровы. Это не Парадевичник, кореш. Да. Это Данила Горилов? Это не Моргенштерн, блядь. Это Дил Гарантин. Не, стоп, ты говоришь, Юичка прыгнула? Я не могла прыгать из люка, потому что я стояла в столовой и потом пошла просто в админку, там была... А чё мы улыбаемся? Потому что я не могу сказать, потому что я знаю, что Юля красная, и я не знаю, зачем она... Ой, красная, зеленая, зачем она это вообще, блядь, вкидывает. Так получается красная. Ты не можешь сказать, что ты глич... Ой, не глич, а как это? Ладно, мне похуй, я могу сказать, что я сир, а мага и боёвал. Типа зеленый, я не знаю, зачем она наебывает все. Ну ладно, мага и боёвал зеленый. Я правильно понимаю, теперь у нас есть инфа, то что Юичка сир, то что я траппер. Роса. Она же траппером выпрыгнула с люка, если она сир, лол. Ну я тоже верно, что я долбоёб. А, я поняла, короче, боёвал джестер, и это она в люке прыгала. Ты же сказала, она зеленая, блядь. Да что? Ну джестер, он зеленым подсвечивает. Это реально так? Нейтралы, по-моему, подсвечивают эти. Да. Бля, я не знаю. Ну, гадайте, знаете, что еще. Я не знаю, кому верить. Гадайте. Просто топ. Все, вот и подтверждено, блядь. Окей. А Юля джестер. Реально, Юля? Подождите, джестера нужно убить, да, не кикнуть? Будешь пиздеть, я тебя сейчас ёбну. Я, получается, траппер. Я тебя ёбну сейчас. Опа. Я верю. Давайте водку. Водка реально трейдер. Виноргот же не будет пиздеть. Он что, умер? Так, первая ушла. Втором отгадали. Подожди. Второй ушел. Хорош, просто Юля, говорю, Даша всех соло похоронила. То есть это траппер джестера убрали, что ли? Сопа, почему игра не так? Алло. А что за беспредел? Нет. Да я ебал! Сука, нахуй! Ну это дедок. Дедок. А, ты, фух. Ну это, да. Скорее всего. Да не скорее всего, не скорее всего. Это дедок. На твоих глазах? Ну, почти. Но они убегали. Обратно, да, все. Да, они вдвоем убегали, а я решил развернуться резко. Почему ты не зарепал? Да потому что флаг. А я испугался, дед. Я, блядь, что-то пиздец обосрался. Я увидел ты с трупом, я побежал от тебя нахуй. Так я в ахуе стою возле него, бля, поминки. Домофон, блядь. Ёбаный домофон, нахуй. Что вы делаете? Видите? Я разъебал стол. Разъебал стол, блядь. А кто, если не я? Кидывай, говорит. Бля, даже не смог сыграть нахуй. Сыграл Ghost'а докинул. Ты нихуя не сделал, Слейд. Подождите, можете ФК поставить? Нет. Непонятно. У меня нету кнопки. Уёбки ебаные, блядь. Это Зарк получается, либо Джой? Нас убьют сейчас, блядь. Чё, кусок мяса, блядь? Нажми на кнопку, сука! Нажми! Домой. Может же доесть. Нажми, спасибо. Нажми! Ну нажми ты, сука! Куда ты бежишь? Блядь! Так. Ну это Марк, получается. Да хуярк, блядь. А, ну все, все. Нет, Джонни, Джонатан. Ну-ка, рассказывай. Подожди, хорошо, нет, расскажите пока что вашу версию, я послушаю и делаю выводы. Давайте. Нет, мы вместе ходили, хорошо. Так, молодцы. Подожди, Хантик. Давай, я слушаю. Скажи. Что? Тот самый прикол. Какой прикол, блядь? Ну, ты можешь сказать, что ты делал? Стоял, караулил.
Ну, и бля, все. Ну вы же пиздоболы, вы нихуя не починили. Ну, мы вдвоем бежим. Подожди, подожди, Хантик. Ну, бля, ну это Зарк. Все, 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 все. Вот я вот это тебя и спрашиваю. Ну да. Ну да, согласен. Логично. Я охранял Вадю, как вам сказали. Ты че, ебанутый? Я с тобой весь раунд бегал. Так ты починил инженера, а не ты. Верно, верно, верно. Я же и сказал. Прости, пожалуйста, Хантик, пиздец. В смысле? Я ебал это. Я случайно, короче, да, я все норм, все норм, я с пакетом, блядь, забегаю, сажусь нахуй. Начинаю бежать, достаю водичку и случайно на тебя нажимаю и убиваюсь. Было, было, я видел. Я думал, что тебя Зарк убил. Я думал, тебя Зарк убил. Я не знала, что меня проверила. Я думала, ты посчитаешь меня красной и начнешь... А бомбер может своего ёбнуть? Да, да, да. Ребят, я уже бомбер, я была ведь желанной. Я не знала, что я умру, если угадаю Виноргота. Меня мой трейдер взорвал нахуй. Просто то, что ты не зарепортил, а нажал на кнопку, меня смутило. Давай! Все, сразу, сразу, плевать, кого? Охуенно, блядь, меня больше ник, нельзя. Ник, быстро ник, быстро ник в чат, быстро ник в чат. Кого? Кого? Охуенно, как мне играть, блядь? Реально силач. На чем сидишь, сука, идиот? Перекачался, Макс. Скайлаунч. Да, блядь, все, пизду эту игру. Блядь, не вижу, не вижу. Блядь, я даже серый такой же, ладно. А чем ты в жизни такой же, брат? Как он туда залез? Дину, хорошо, Дину, все, ладно, Дина, где? Что за хуйня? Еще Дина. Мага, вылази. Да ладно. Не умереть, не умереть, не умереть. Не нахуй, сука, ты, блядь! Блядь, ты как же это заебало! Ну что за жизнь, ну что за жизнь? Не жизнь, а смех! Дед при мне зашел, убил. Бля, какая-то пиздобулка, ёпта! Короче, рассказываю. Скажи, не ты был, скажи, не ты был. Короче, смотрите, смотрите, похуй, 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 убивайте меня, мафия. А, я просто всё равно сдох. Похуй, похуй. У меня, у меня миллион следов, у меня миллион следов ебаных, я захожу, бля, ёлки. Там три цвета заходят. Я сир, я проверил, поёла на красное. Без рофла, может даже к лучшему то, что я умер, блядь. Я бы сейчас сдох. Да помолчи нахуй, блядь, не поел. Не спит утром. Шрека кикайте, Шрек, ладно. Шрек проверен, маф. Короче, мага слишком большой, поэтому... Чё, я баф, да, короче, ребят, я никого трогать не буду, дайте мне просто поиграть. Дорогой, ты чё, ебался? Не-не-не, Шрек, кикайте. Шрек, нахуй. Можете сказать, что это... Да, какая пасть, Тира, блядь, забыл. Ребята, да, Тира. Нет, не боюсь. Мне кажется, надо Фину, Шрек и кикнуть, чтобы выиграть. Не надо, не голосуйте. Ты вывел деда из себя, Юль. Я медик, можете объяснить, почему? А чё не боёво? Ребята, сама должна по утрам спать, а ночью жить, а она какого-то хуя не спит. Не, подождите, Шрека. Ребят. Просто помните, успокойся, какой Шрека, блядь. Просто приведимся к Шреку. Юль, меня отгадай медиком. Я вторую игру подряд. Я не трейдер, а меня красным, ну типа, трейдером. Если Шрек реально второй трейдер, то у нас все охуенно. На, нахуй. Нет, это не трейдер, было и сидеть. Спасибо, Юль. Ему мозг охуенный, что ли? Какой долбоёб. А что с водкой? А я этот, я если что, в Юле не голосовал. На водка меня, видимо, отгадала. Я не... О, господи. Найс, папа, пойти. Завещаю вам Шрека, он маф. Ну, смотри, дед ушел трейдер, а он мирным, по идее. Да нет, а я бы, да. Просто приглядитесь к Шреку. Более чем уверен, что никто. Дело сделано. Собари. Мага, выходи. О, Вадя медиум. Съебись отсюда. Ну, завязает роль, мне интересно. Не поиск, а вообще, возьми склик, да, небольшой. Так мы же на стриме сидим. Да, вы сидите на стриме. И не понимаю, почему еще не участвуете в розыгрыше на Телеграм премиум. Ребят, на 10 подписок. По габаритам нашел норку. В телеге, быстрее заходим. Кто с нами? Я себе, блядь. 10 нищий, чел, это 11 тысяч рублей. А инженер бесконечно теперь чинит, что ли? Ну, блядь, у нас три инженера, не знаю. Физу замьютили. Мочилки, друзья. Ой, а у нас кого-то надо кикать, а как эта кнопка? Да, тебя кикаем. Я предлагаю Максидира. Я в час больше получаю. Максидир самый тихий. Ебать. Давай его кикнем.
На кого? Если брать рабочий день. 80 тысяч день минимум. А, ну все. Шрек мам получается. А как Скайлоу? Такой Шрек, еще рабочий инженер. Так что быть, ладно, похуй. Молчал. А, подождите, я знаю. Я Шрека. Я знаю, кто угадал Скайлоу. Ребята! Шрек ходит, а осла нахуй рядом нет, это не берешь. Голосуйте Шрека. Я согласен, Шрека. Это трейтер. Да вы ров. Подожди, а как людей угадывают, если ну, они а где? Молчат? А где осел, Юля? Где осел? Я тут. Это... Может, конечно, зеркала ни одного нет на полу. Ты клоун, что ли? Как бы я увидел, блядь. Да, ребята, если что, у меня роль медиум. Я чувствую, что сейчас Финаргот вылетит. Че, это как? Да ладно, все, пизду, короче, вас да, всех. Я нихуя не понимаю, но мне ребята, весело. Ребята, я сейчас пойму, дед был в хорошем или нет. А Даша почему ни одно слово не говорит, кстати? Я кофе пью. Оправдано. Пизда нам. А вот кто маф, оказывается. Вот он сидит, Дашуль, нажимай. Без чуши, прием клиента, консультирую юридических либо... Брат, так это я тебя... Ну, вот без рофла, получается... Ты свапер! Ты, получается, зарабатываешь 70-80 тысяч в день. Это реально так? Нихуя себе. Я сам себя проголосовал даже для этого. Это Глега. За это тебя уважают. Ха-ха-ха, сюда, школяр. Не, братух, я тебе не верю. Но даже если это так, поздравляю. Аукнется тебе это. Свайпер не найден. Не понял я, Майка, но спасибо за 50 рублей. Лошара, ёбаная. Ребята, я еще какую-то хуйню слышал. Спасибо, ебаный идиот, блядь. Тупой, сука, блядь. Друзья, у меня есть информация. Кто убил Вадима? Объявляю, что дед был мирным. Ну, так он был инвестигейтором, здравствуйте. Это и так всем было ясно. А, ладно. А как вы поняли? Он сказал, я следы вижу. А, ладно, извините. Стоп, а просекьютор это кто? У нас между Юлей и Максидиром маф. Покажи мне, кто трейтер, не бегай. Я просто... Я так и знал, я, что сейчас так получится. Я, куда-то телепортнул, хуй пойми куда, блядь. Я просто бежал... В смысле? Он тебе привел просто труп показывать? Это всех тэпнуло, это обилку мафа ее знули. А. В общем, либо Максидира, либо Юлию надо кикать. Чё у меня первый уровень? Я же задрот ебаный. Как было? Чё-то как-то тихо стало. Ты с IQ овцы, мы тебе показывали. А он же вроде одного только видит, нет? Последнего. Давайте. Он видит последнего, которого он нажал. Не-не-не-не-не, Финаргот же выиграл у Булбая. А кто был сейчас в щитах вместе? Там Юля была, Фин, еще... Я тоже пришла. Мы с Дашей примерно синхронно вошли. А где топовый? Почему? Мага, потому что он видит только одного призрака. Он видит одного призрака, на которого... Вот он нажимает в тайминг, когда, допустим, Росса убили. Вот он его и видит. Юль, ты ради этого размечивалась? Да. Я поверила. Но я это спросила с такой интонацией, он должен был занервничать. Я Юле поверил. Я не нервничаю, я отвечаю, нет. Эмоционал был хуёвый, всё, кикаем. Понял. Кого кикаем? А тут не обязательно же кикать. Да, я в скип. Нахуя нам скипать? Максимир, скажи, ты либо я. Ну что? На нахуй. Нихуя. Свапи. Тяну будет какой-то, как будто. Вадь, поставь нас с Магой. Будет комфортно. Сучка. О как. Все, ну кай, найс, мы разъебем обжей. Охуенно. Дайте мне Диму Ликса, блять. Просто охуенно поиграем, посмотрим на турнир.
что такое пести? Пестик. Делаешь, братан, делаешь. Собака импнулирует с меня минетик, брат. Спасибо, Емайка, за сказать. Это чума. Чума. Ладно. Финн, ну ты сам понимаешь, что это был не я. Да я понял, что на Зарк Пестиленс, да. Кто такой Пестиленс, нахуй, объяснишь? Ну ты был плагбирером, потом стал Пестиленсом. Кто такой плагбирер? Я ебу, что ли? Да не ебет, пошел нахуй отсюда. Ой, это я что ли сдала? Ебаный рот, нахуй. Подожди, Финарго, ты бы без меня бы это понял или нет? Да, так я с Максидиром же сейчас. Фу, слава богу. Не понял. А то я думала, ты не поймешь, я про мертвого или про живого говорю, а тут только живой мог бы, да, стать. Юль, зачем отгадала реально меня? Я тебя не отгадывала, я никого не отгадывал. Это я отгадывал. Рома. Блядь, только хотел про Рому сказать. Офис, Рома, среди собак, да? Я тебя не видел. Блядь, Роса, нахуй ты мне показываешь труп, сука, побегай. Я тебя вел к Юлечке. Я тебе вел, ебать, Саша, со шмышкой, ты, блядь. Так, Финн, у меня два задания оставалось, меня Варя кликает, говорит, ха-ха, лошара, потом его убивает. Сейчас я тебе скину, где можно. Если я тебя вел туда, это 100% не тот, кто был. Да, призраки, бегайте, пожалуйста, всегда. А вот сейчас за предателями. Вот, я скинул, там можно роли почитать. Кстати, я не могла тебя, Джонни, прокликать почему-то, я с тобой тоже бегала. Так у меня вот два задания оставалось, и меня Вадя закликал. А там не... только на двух заданиях. Да, я думал, на последнем только, поэтому я так, блядь, свободно бегаю. А я когда на фантоме была, я постоянно пряталась, даже. Ноль заданий когда сделала. Ребята, хорош. А я на имитаторе не всех, что ли, могу имитировать, да? Финарбота, как твоя роль работает? А как ты понял, что я? Надо было потимиться, блядь. Финн. Мне звонят на телефон, я не буду отвечать. Мне было... Бля, я не могу уже сказать, какая роль была. Я на топе до утра, мне звонят на телефон. Либо Байол, либо ты... Ой, либо дедок, запускай, либо ты мафы, а дедок признался, что... Водка, не прячься, тебя видно, у тебя слишком большой мозг. Короче, там в чате 50-50 пишет. Варя, а как ты пизданула двоих? Нет, Димана нет. Да сука, блядь. Ну бля, ну какой свапер. Алло. Ну и нахуя вот это, блядь? У меня защита ебаная была, блядь, чтобы ее сбить! Ребят, хочу пожелать всем хорошего настроения. А он джестер. Зарка кикали за такую хуйню. Ну, блядь. Хорошего настроения, всего самого лучшего в жизни, чтобы всегда просыпались. Рядом с вами был тот человек, который нужен. Да я не против заново начать эту катку. Не переживай, я сватер, если что, я тебя сосейвлю. Не переживай, все хорошо, я за себя не волнуюсь, понимаешь? Я делаю благое дело, поэтому я за себя не переживаю. Спасибо огромное, что, блядь, щитный снял. Ребят, гулю, я видел. Вот видите, ребят, что-то да произошло. Коровская лаунч, коровская лаунч. Какого хуя он умер вообще? Он меня отгадывал с вапером, походу. А что так, Юль? Скайлаунч умом не блистал никогда. Хорошо, Юль. Ну, если помыть, это его сильная сторона. Вась, сработали. Ребята, Юля убила Скайлаунч, я видел. Спасибо. Почему? Юля убила Скайлаунч только что. Объясните, пожалуйста. Да. Блядь, люди, к вам приезжают гости, вы прихорашиваете Эшли? Вы хоть раз бы сами собрались? Ладно, я в деда. Как вампиры заражают? Не пизда, ребят. Кусают. Да фан-покер, уже поздно, бля. Я нажал, я впервые на свапере. Я сейчас просто кликал на эту хуйню. Посмотри на меня. Не, я вижу свапер. И ты из-за что ее... Я медиум. В предыдущем раунде зачем крыжила. Ну ладно. Настя, крюкаешь. Почему скипать нельзя, объясните? Ну, такая кнопка, ебучая, блядь, которая у меня щит сняла. Ребят, простите, пожалуйста. Ну тоже не обессудьте. Вот сейчас самый гондон уйдет. Вот смотрите, кто. Хантик. Я нашел тебе на стрим, у тебя глич роль. Как оправдаешь? Ты уебище, значит. Мага, ну проголосуй давай. Магда, проголосуй. О, как. А как так сработало? Подожди, мы можем проебать сейчас с инжесторой. У нас Хантик свапер, что ли? Ебать, как ты это сделал? Ай, бля, Вадя. Антик-свапер. Ебать, кто свапер? А, нет. Вадь, скажи роли всех, ты знаешь уже. Да, знаю. Говори. Что я наделал? Не надо ничего говорить. Что я наделал? Нет, ну, бля, в принципе, я жив, это хорошо. Так бы я вылетел. Но Вадя тоже мог быть бернул.
Короче, зачем я вообще выполняю эти задания? Вон, я буду бегать с Уроса, смотреть, что делает. Невозможно все равно выиграть по заданию. Иди нахуй, блядь, иди нахуй, ебаный флэкджаки, я ненавижу, блядь, в каждой игре гандон, в каждой игре ублюдок. Последняя самая мразь. Давайте, я вообще тестировал кнопку, блядь. Ну так бы меня кихнули вместо тебя. Да, в принципе, не особо, блядь, что-то изменилось. Финаргот при мне убил, видел на камеру. А с кем около... бегает вокруг крыши? Короче, я бесполезно. Еще раз, Мак, можешь сказать? Шрек, хочешь выслушать? Шрек. Ты еще кто был? Не знаю. Финаргот при мне убил, видел на камерах, ребят. Пизда был. Мы с Джонатаном сейчас направо бежим. Да. Ребят, если что, Рома винтовался. Но мне кажется, какая-то роль. Либо инжирировал. Какая? Ну вот и Джек там что-то делал. Я ебал. Я думаю, что там будет сложнее угадать. Вать, спасибо, но я тестировал кнопку. Я не хотел сразу нажимать, я думал, будет подтверждение какое-то. А кто у тебя трейдер, друг? Я просто тестировал кнопку. Это актер? Не, актер же ушел. Могу за стримснайп, давайте кикнем. Да я не стримснайп, а пошутил насчет Хантика. Если он реально глич, то не мои проблемы. Чат, вопрос. Хантик же был этим свапером, нет? Я очень хочу на день рождения через 4 дня сделать Майнкрафт. Делать, не делать? Стойте, у нас... Ребята, да-да. У нас 3 трупа исчезли. Снова прозрение. Ланин, покажи. Ну, сейчас только Юлю зарепортили. Фукджакей, какой у тебя ник в ТГ? Фукджакей. У нас не показали все остальные. То есть вы хотите, чтобы я себе испортил день рождения, нахуй? Ханьки пропал. Зачистил, это же жесть. Подожди, Даш, ты кого зарепортила? Фейковые эмоции какие-то. Я не знаю, как того, кто над кем бегал этот дедок. Не знаю, как вы, я в Дину поставил, у меня чуйка, что... Дедок, ты возле него бегал. Я напишу Максу. Я могу информацию. Я напишу Максу, спрошу. Бля, я бы хотел Вадю позвать на майн. Если что, этот в трубу в столовой, его видел Макс. Да, водка возле меня, блядь. Ну ладно. А, он жирный, что ли? Ребят, если что. Сиром был. Кого ты проверил? Мага дедок зеленые. Мага дедок зеленые. Спасибо, Юль, спасибо большое, что пришла. Я забыл. Мага дедок зеленые. Фин мафом ушел. Азарк, Азарк это был. Да, я с тобой бегал все время. Если что, я не медиум. Я вот так это... Ой. Военно. Ты лох, майн уже сколько обещаешь. Но обещания имеют свойство выполняться, братишка. Ну что я сделаю, если страх овладевает мной полностью? Ебаные эндермены, криперы, какая-то пиявка, которая из блока вылазит, вот это вообще меня бесит. Роса, ты когда подбежал? Я подбежал чинить эту фигню, водка начали чисто... Чешуйница, да-да, вот эта бледина. Погнали по колу. Ой, реактор, я на камерах. Ты на камеру, у тебя реактор горит, ты на камеру. А меня, бля, вообще слышно, нет? Пиздец, морок. Короче, флэджикей красный, мы... Этот мега-силач красный. Ты не видел еще Вардена? Что такое Варден? Зеленым был Ромчик, Ромчика ёбнули, все. Погоди, а каким образом? Я проверил, вот таким образом, сука, ебаная, блядь. Кто сказал красный флэджикей красный и мага-силач? Он сказал я и мага, но он мог под конец эту хуйню делать, потому что он мог мою роль предположить, и под конец пытался меня угадать, и тем самым вбросив эту хуйню. Ну да, дед же именно так играет в Амонг, Джонни. Я ебу, как он играет. Не, это... В смысле, блядь? Это не мод? Это хуйня, но просто... Кто был в реакторе? Это реально... Стойте, он сказал, что я тоже трейтер? Не, он сказал, что ты трейтер, что я трейтер, но, бля, сейчас... Алло, стой, подожди, так, а красный это без... Можно так-то и во ФНАФ поиграть на ДР. Я был на реакторе, кто ниже кнопку нажал? Я не трейтер. Кто еще был на реакторе? Мага, какая роль? Я была! А, я никого не видел там. Я на камерах. Даша вышла из электричества, и сверху стоял Росса на реакторе. Я не выходила из электричества, если что. Ты выходила, когда мы все вместе ходили, ты вышла из электричества? Нет. Я не была в электричестве. Короче, я не буду говорить. Даша не была в электричестве, она была в коридоре. Я, короче, когда могу ставить фигню такую желтую. Бля, вы знали? Ну, на которой какая-то хуйня активируется. Но я не понял, что. Но я не трейдер.
Сейчас, подождите. Дредхангер, ну! Закрываю. Блять, что? Ебать, новость написал! В реакторе сейчас, там было два красных, как минимум. ББ купить игру. Это был один зеленый, один красный. Бля, в теории, сколько она бы стоила? Бля, ну меня кинет. Пожалуйста, не пиздите меня. Бля. После я у вас спрашиваю, кто был на реакторе. Вы все молчите. Мне надо было эту информацию знать. Какую? Водка, я точно, мага, просто. Я на камерах. А все? Я знаю, хоп. Да его КС удалят нахуй. Не, КС скоро вернется, у меня прям чуйка. Вернется с новыми силами. Там не ноль онлайна в ДХ, если чё. Мне, кстати, тоже кажется, что там нихуя не ноль онлайна. Мне кажется, люди еще играют. Да, блядь, тем более Дредхангер не самая хуёвая игра. Да вообще, почему? Да даже не сказать, что хуёвая. А, смотрите, ну, бегали по центру Заркмак Сидир, я их видел, они со мной бегали, я трекер, у меня на водке стояла красная метка, а потом хуяк она пропала. То есть это точно не Зарк, не Максидир. Роса, а вот перед меня тем, как закрыли местами. Двери... Меня поменяло местами. Чё? А перед тем, как закрыли двери, ты видел, кто с Зарк побежал? Или... Вот, нет, я не видел, когда я двери крылись, я видел там Юечку слева бежала. Но, короче, это точно не Зарк. Я был. Ну, значит, мага красный. Нет, я за магой бегал просто все это время. А, ну, не-не-не, он... Фу, ты чё, мразь? Убили, нахуй надо падать. В смысле, блядь, я потерял. Не, мы его выкинули. А, смотрите, кто в самом начале пошел вниз в склад? И перед тем, как закрылись двери, у меня остался один зеленый. Да не, Алексик, вообще можно. Я помню, бустеры играли, имба. Кто-то побежал красный в склад. Пожалуйста, вот кто со мной стоял вот между складом и столовой, скажите. Смотрите. Можно я скажу? Я стояла, короче, на камерах вместе с водкой, потом меня ТП-шнуло в склад. И, скорее всего, меня поменяло местами с тем, кто был, ну, типа, кто был в складе. Вот. А я был перед дверью в электричество, это был не я. Смотрите, Максидир Зарк был со мной, Дина Блин была по трекеру, у меня тоже трекер, она была справа. Ну хуя мне склад пендрим или пандрим? И тот, кого ТП-шнуло к водке, тот и мав, тот его убил. Чтоб ты понимал, Фандрахс, я тебе объясню сейчас. Я повесил метку на магу, она ни разу не спала. И на магу кто-то пиздел то, что он красный. Да дед сказал, что он красный. Подождите, блядь. Ну дед это угадали в итоге, мне кажется, это мага. Опа. Да все, я в магу. Все, мага. Ну какой мага, блядь, я что, буду его голосовать после этого угадывать? Играю по деду. Это маг. Мне нравится мой калашин. Я думаю, тебе не одному, но мне ДХ, например, не нравится. Магу, потом Максидир, дед, решили вы, еще чел, который Финаргота все голоса поставил, вы решили выдать идеальную игру. Просто идеальную. У меня, блядь, все... Спасибо, братик, спасибо. Мага, за что убил меня, придурок? Так не, Зарк, если еще щит не спадает. Так они убили тебя. Нет, я имею в виду, кто-то его убил. Дед хорош, молодец. Наргона, ты реально этот убил под камерами? Да, Лаунч, как всегда блеснул. Я, короче, типа понял, я думал, ты мирный и хотел этот поджестеров икануть, а ты, блядь, оказался мафией. Нет, я убил, но не под камерами. Я думал, он жестер. Блядь, пиздец, я тебя выбрал, а ты еще запал, что ты убил. Я просто сижу, меня заебали то, что ты чинишь саботажи постоянно на инженере. Я думаю, блядь, кто инженер? И потом мага говорит, ну вот там, блядь, Максимский прыгает по люкам. Я такой, заебись. Короче, я поэтому и сказал, что подожди, ты его кикнул. Оказывается, когда тебя Сир проверил, потому что у меня красный экран сразу стал, когда меня Сир проверил. Я сразу. А может это какой-то трейд, потому что я сразу заподозрил, что меня кто-то проверил. Именно он красный, не саботажник. Да. А чтобы Финн еще говорит такую хуйню, что типа дед зеленый и флэджикей, а у меня флэджикей красный. Я думаю. Кто не зашел? У меня был дед зеленый, потом все закапывали. Да, флэджикей, чтобы ты понимал, вы бежали вдвоем с Финарготом и сделали килл. И я прям перед Максидиром и Зарком. Кто вы, Финн Блэксмен? Это вы убили Юлю перед этим Зарком и дедом? Да, Блэксмен. Это пиздец, просто дед. Сейчас скажу, Фандер. Все проверил, блядь. Да сука, блять. У меня 4 проверки, 2 зеленые, 2 красные. Ебать, я сейчас только вспомнил, что меня кикнули просто атаку, ёбки. Модификатор флеш, что делал? О, нихуя. Короче, Фантрекс, я забыл мандарин выкинуть.
На столе лежал у меня около кровати. Да, блядь, ну что ж не успеваю рассказать? Ну что ж такое-то, блядь? Ребят, хочу поговорить по поводу того, хочу поговорить по поводу моего предыдущего кика. Я считаю, что когда ты к миру с добром, к тебе должны с добром назад. Вот сейчас он джестер, да? Ну тебя Ханти кикнули. Я не кикал Ханти, ой, Ханти, Вадик. Я не кикал Ханти. Поэтому Хантик должен уходить, я считаю. Все должно быть максимально честно. Юля Ласка? Это нихуя не честно. Да-да-да, Юля ушла. Так, я проголосовал Хантика, потому что я считаю, что все должно быть честно. Ну, очень некрасивый мув с твоей стороны и неуважительный. Выкидывайте. Выкидывайте. Неуважительный мув был бы нажать кнопку этой пучи. Какую? Вот, согласен. Предлагаю вторую игру. Ребзи, блядь, я заебался сидеть на этом месте ебучем. Марк, комментируй. Каждый раз наблюдать за этой ебаной игрой. Ты нас собирал, чтобы комментировать. А, так, куда? А. Ну, кстати, куда? Зачем мы Хантика выкидываем? Да, послушайте Дину, блин! Нормально. Дина, вторая улетает. Зарк, поставь Хантика. Зарк, не ставь Хантика. Себя уебал. На, нахуй, уехал, сука. Чертила, блядь. Это Рома с 100%. Иди ремонт делай, блядь. Вы понимаете, насколько важен мой вот этот вот первый взов? Мы уже сколько сделали? Ебать. Что просекьютор делает? Мы с контента сделали. Вау. Еще причем каждый день. О, да. Быстро. Ну, не понял, быстро, да? Не понял, что я делать должен. Choose to exile anyone you want. Я ебал эту карту. Exile? Че, вы не один в комнате. Максидир был один в комнате. Короче, я на камерах. У меня инфа. Хантик красным. Хантик красным подсвечиваю. Полезная инфа. Ты чё, пьяный? В смысле, подожди. Экзекутионер, все. Кто? Ты. Кто еще? А что он делает? Почему? Почему? Подождите, я не красный. Стоп, мага, ты пиздишь, я не красный, у меня не красный роль. Да я напиздел, у меня вообще, ну, я слава богу, блять. Ты мразь. Меня тут и так не любят. Продолжай. Кто дальше? Я мразь. Так. Что мы сделали в предыдущем раунде? Мы кинули Финаргота, что является 100% плюсом для нас. По-моему, он под конец сказал, что он маф. Даже если он не маф, это все равно плюс. Мне кажется, он сказал, что маф, что он сгорел, просто типа фрикануть. Ребята, а можете мне дать право выбора? Проголосуйте все в меня. Давай. Да есть же, делаем. Хорошо, в Зарка. О, как! Ну, бля, я не могу отказать своему другу. Не, я без проблем. Скалаунч. Ради джеста. Скай. В прошлый раз кто-то был не согласен. Так, Скалаунч, думаешь, да? Я проголосовал. На кого сапнут сейчас, проверяйте. В прошлый раз кто-то был не согласен. Или на танк. А где он? Делаем ставки, на кого? А где у меня кнопка просекьютор? И становится... Ааа, ёпта! За что? Поздравляем! Я все понял, я все понял. Я молчала, блядь! Смакер думает, я, кстати, была мафом. Реально? А кто второй? Кто второй? Рома тоже. Бесполезная роль. Ребят, двух мафов выиграл. Да черт побери. Да, слушай. Нихуя себе. Дякил. Где труп зарепортили? Че? Два трупа ебаных. Скорее всего, возле электрики. Вот справа самого справа. Стоп, это Зарк, это Зарк. И там мне, видите, что, смотри, да, снизу, короче, отключили вот эту хуйню. Я справа стоял, забежали два серых чубрика, один другого убил. И, соответственно, ну, типа, и зарепортил, ну, тип, который убил. Ребят, у меня у Хантика ник черный высвечивается. Да мага, да нет, я не... Да мага, я не этот, не гражданин. Ой, не гражданин, блядь, не понял, короче. Мага Гуарден Энджел, угадывайте магу Гуарден Энджелом. Нет, у Хантика черный ник. Да я не черный ник, блять, алло! Не может быть. Братишка, я тебе честно говорю, что я не черный, блять, я тебе отвечаю. Либо мага Арсонист, либо Гордон Энджел.
Ладно, ребят, я согласен, Зарка. Брат, ты врешь, не слушайте магу. Не-не-не, Зарка. Уважаемый Мариарти, у кого голосовать? Зарка, ребята. Услышал. Давайте меня нахуй. Морг. Нет, а план не сработал. Это только Зарк мог убить, только Зарк. Ну, повторяю еще раз, у Хантика черный. Да я не черный, не... Говорит, бля, это Зарк нахуй, я... Кто ты? Никай АГ сказал. Алло, ребят, подождите, а какая информация вообще? Зарк. Я тоже ничего не понял, я Зарк при мне убил человека справа. Ты не слушаешь вообще информацию? Да я слушаю, спам ебучий. Спам ебучий. Я убил человека, бля. Я еще плюс акцентирую внимание на то, что меня мага называть черным, хотя я нихуя не черный. Бля, это пиздец, короче, никак. Да, блядь, так потому что спам ебучий, Джонни. Нихуя непонятного. Джонни Синс. Зарк, он был тебя спасти. Я попугай. Кого бы ты убил? И канадский, кстати, попугай. Антик. Ты Гритос? Нет, заткнись. Читос. О. А вот она может ответить. Ребята, у вас какие-то проблемы, да, с вот этой настройкой, я так понял? Да, пиздец. Авилон Джек, Скайлаунч. Авилон Джек, Скайлаунч. Дайте докачать файлы, блядь, ебусь. Фу-тяу! Да. Интернет хуёвый, братик, там не качают. Алё, короче. Хочешь, чтобы его кикнули? Просто очень сильно. Сейчас кинуть голоса и всё. Кого? У меня голоса в голове уже, блядь. Вадю, он пытался меня задушить на прошлом раунде, я не понимаю, за что. Скайлаунч, смотрите, выбрал не того противника, голосуй у тебя. Тебя надо душить в каждом ёбаном раунде. За что? Нет, я ничего такого не делал. Я понял Скайлаунча, я считаю. Ни в коем да случае. Да какой скалаунч, у Хантика черный не... Да я не черный, ты, блядь, ты что, вообще не понимаешь? Я не черный, блядь, у меня не черный, не красный, блядь, у меня нормальная роль. Правда, я сам не знаю, что она делает, но у меня нормальная. Осуждаю. Да, давай, посмотри, чего зовут. Чего? Проверю. Зайду на стрим, проверю, что за там за ник. Давай я проверю. Не надо проверять, ребят, ну доверьтесь на слово, будьте вы людьми. Блядь. И что там? Не знаю, сука. Ну, ребят, да я сам не знаю, я бы вам подсказал хоть что-то. А, Хантик, если ты себя не ставишь... А чё, в кого-то? Я в Максидира, но просто потому, что не было кого. Почему? Да я Максидир, но я тебя не обвиняю, я просто так кинул. Скайлаунча. Ребятки из Скайлаунча. Не может быть, нет, это не может быть. Я вывел Зарка, Зарк мне убил человека. Его посадить надо за это. Вадя. Да. Закрой ебло глаза. Нет, Вадь, не делай этого. Бля, ну не совершите ошибок. Да бля, нет, ну, бля, может, ну, Вадь, а может я реально трейтер, а я это не знаю? Ёбаный рот. Бля, может я реально черный? Я ебать. Я черный или нет, блядь? Блядь. Да все, брат, я на кнопке. Не, ну, я задание могу выполнять, значит, я мирный. Блядь, какой хуй. Все, я с Максисисом буду ходить, он самый безобидный. Ну вот, сука. Так, мы с водкой кружились в склад. Стойте, просто... Мага. Проголосуйте Хантика. Да ты чё, ты тупой? Я... Нет! Всё, мага, сейчас я точно убедился, что я не чёрный нихуя, так что можешь не пиздеть. Нет. Не голосуйте в меня, мага пиздобол. Блять, мага забайтился и сразу репортнул. Всё, гикай магу. Чего, блять, у меня на Ваде есть пруфы, как его убили, блять. Да какие пруфы, ёпте? Подожди, мага, кто убил? Ну, это был не Хантик. А блядь, хуй ты пиздишь на меня, кучерявый, блядь! Я не скажу, кто убил. Я заебался оправдываться, что я не черный, нихуя. Погоди, у тебя какой цвет вообще, блядь, ебучий скин? Черный, у Хантика ник черный. Нет, у него, подожди, у тебя скин какого цвета, блядь, вообще? У меня красный. А оранж у тебя, все, блядь. Что за оранж? Что, этот, Юечка убила? Красный, это ред, блядь. Нет, какая Юечка? Это не я убила, если что. А кто убил, а кто, мага? Мы втроём... Ну да, мы прям стояли на кнопке просто. Что? Ладно, Юечка, голосуйте, Хантик, перебуй, Вася. Да, давайте, не могу.
Бля, я... Обыряли меня, да? Ну, типа, либо Юечка, либо мага, либо Юечка, либо мага. Но Юечка не дала бы Джастеру выиграть. Короче, Кантик, объясняй. Объясни, пожалуйста, объясни, почему я из-за тебя, блядь, давай. Я экзекьюционер, и если только себя кикну, готов победить. Но Юечка решила сыграть против меня, она убила Вадю, думала, что мы вдвоем АФК стоим. Ах ты, сука, тварь! Как я могла думать, что вы вдвоем АФК вот эти? Блять, пизда-то нахуй. Ребят, кто меня послал? Мы двигались все. У кого только что правый обрыв шаре отказал? Я тайбрекер, или нет, я канадский точно. Кто-то тайбрекер, и ты полетел. Блять. А у кого мы выгнали? Никого, ничья. Я проспал. А, все надо. Пизда нам, но подожди, нет, еще не пизда. Мы сейчас кнопку нажмем. Вокруг просто кружит. Все, кикаем. Кому? Ты хочешь Юечку? А кого еще? Да блять, я... А ты во мне уверен? Ну, Джонни, если честно, я в тебе никогда не уверен. Но я ошибаюсь больше, чем уверен, так что похуй. Кантик, я красная, я нормальный человек. Ну вот поэтому, блядь. Вы правильно, скорее всего, кикнули магу. Да, да. Но это он убил. Кого мы кикнули? Мы же не кикнули магу. Мы кикнули магу, тайбрейкер. А, все, понял. Ну отлично, тогда у меня нет информации, нет пруфов, нет никаких фактов и аргументов, чтобы противостоять Юечке. А, ну, поэтому я и голосую в Юечку, блядь, потому что больше всего не верю. А зачем Юечку? Ну, бля, Джонни, Джонни, смотри, я отталкиваюсь от того, что убили в том раунде. В том раунде ты стоял, ты со мной стоял Джек, а еще и еще кто-то, блядь, со мной стоял Джек. А, и Максидир, все, блядь, почему я должен думать на тебя? Я ясен, не, я ясен хуй не уверен в тебе, Джонни, но у меня есть только единственная информация, по которой я могу проголосовать. Вот и все. По поводу Юечки, что мне еще сказать? То есть ты думаешь, что мага был экзекьюционером? Да, да, я не думаю, что он наврал, я думаю, так и произошло. А не могло быть такое, что он импостер, а Юечка джестер? Такое тоже могло быть, но это ты умнее, у меня извилин не хватает, чтобы до такого додуматься, что, брат. Что? У меня извилин вообще не хватает нихуя. За кем я просто? А если сейчас Хансика кипнут, я выиграю? Да ты охуел, вообще молчи там. А кто там? Это, ну, магу убил. О. Ну вообще я хочу сказать так, типа информация. Ну, блять, я боюсь, что меня кикнут, ну... Так хотя бы вы узнаете, что я хорошая роль, угу. Что на самом деле Вадим был плохим, и он просто убился от меня. Вот, не, ну ты что же, не таким уж и плохим. Водка, зачем ты это сделал, блядь? Водку, чтобы сравнять голоса? Юечка, а может вопрос, а как я тогда у себя трейдером вышел? А, видишь, Водка меня голосовал, если чё. Я не голосовал. А, Водка. Водка. Вот и поаккуратнее нахуй, видишь? Я руиню медный, мне похуй. Если меня... Не, вроде все норм. Но если меня Джонни убьет, я просто достаю дилдо бустера и сую в жопу себе. Прям сажусь 3 раза. Под звуки чаек. Ну нет, Джонни не трейдер, ну не может быть такого. Ну слишком хорошо все говорю. Вот дерьмо. Бля, я вообще вот своей ролью. Я, может, могу как-то помочь людям, блядь. Давай. Бля, ладно, Джека пришлось бросить. Юечка и Водка. Джека убили?
Арошу. Ну все, это Максидир получается. Либо стоп. Блин, я потерялся, блять. Я, сука, об эти стенки нахуй спотыкаюсь. Сука. Арошрам легенда. Подожди. А водка. А ты где сейчас был? Ебать не должно. Не-не, отвечай на поставленный вопрос. Он сейчас был. Водка еще, кстати, голосовал в FGK. Нет, ну мне. Это Максидир, блять, вы что гоните? Ну, блять, и ты можешь ответить на вопрос, где ты был до связи? На камерах. На камерах, вместе с нами, получается, верно? Угу. Я потом побежал. Ну, то есть ты отравил этого и убежал. Такой тупой. Ну, блять, а что я, сука, пытаюсь разобраться в ситуации, дружище? Максидир убил. Да, блять, ну почему? Он мог просто зарепортить. Ты мог... Я рассматриваю несколько версий. Ты еще голосовал в Джонни, блять, просто на отъебись. Почему я не должен думать себя? Ты не должен меня думать. Я кукурузку с картошечкой ем. Я, в принципе, как Марк мышлю только и все. Ты, блять, тоже ко мне не подсасывайся, на голос из-за этого, блять. Ну не, он потому что в тот раз это FGK хуярил, ну ладно. Хорош, Ромчик, легенда. Ну ладно, сори, бля, я не знаю, как это выигрывать, блять, у меня после два трейдера нахуй, блять, с нулевой улетают, блять, я не знаю, что делать, у меня извилин не хватает, блять, это сделать. Марк, я всю катку говорил, да я не, канадский. Да не, это не выиграть. Я канадский, финал, говорил, блядь. Всю катку. Да я канадский, я канадский, Джонни, я в душе не ебу, что это значит. Канадский гусь, типа авторепорт сработает, кто меня убьет. Что? Он просто не может реально трейдером гусь. Да, да. Рома, в нас сваткнул, сука. Че, может, гол ас сыграем? Рома легенда. Я все, ребят. Все? Окей, давайте тогда. Спасибо большое, ребят, что проснулись. Спасибо, что пришли.